Всем привет! Сегодня мы приготовим закусочный рулет со шпротами. Смазываем лаваш майонезом. У меня домашний. Ссылку, как я его готовлю, оставлю в описании под видео. Затем выкладываем один вид сыра. Маринованный огурчик. Шпроты. И сверху засыпаем вторым видом сыра. Закручиваем лаваш в рулет. Выкладываем его в форму. Я застелила ее силиконовым ковриком. Сверху лаваш смазываем майонезом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился. И вот наш рулет готов. Нарезаем. Посмотрите, какой красавец он получился. Если вам нравится мое видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.